всем привет, меня зовут Юрий Викторович. Тут, короче, недавно я смотрел рекламу, какие-то там спиннеры, что-то там крутят, вертят, какие-то безумные деньги за это просят. Короче, как выглядит нормальный спиннер? Нормальный спиннер выглядит вот. И нормальный парень должен ходить с нормальным спиннером. А вот это все, это ерунда какая-то. Покупайте нормальные спиннеры, парни.